Всем большой привет! Решила в этом видео показать вам подарочки, которые мне вручили при посещении салона красоты Арнолаб. Очень много я говорила об этом салоне. Он находится в Санкт-Петербурге. Вот. И в январе у них была акция. При заказе услуг можно было получить подарок, набор. Смотрите, в набор входили вот такие вот интересные альгинатные маски. Одну я приобретала прямо в салоне. Вот эту вот мне подарили, получается, срок годности 2 года. Маска альгинатная с экстрактом папайи для всех типов кожи. И эта маска непосредственно тоже относится к этому бренду Arno Cosmetics. Владелица Валерия, я очень много тоже упоминала ее. Вот еще в подарочек я получила вот такие вот три масочки. Медовая, розовая и гранатовая. Вот, что еще? Дарили вот такую вот мисочку с лопаточкой. Она как раз-таки для изготовления, для подготовки альгинатной маски. На самом деле у меня уже такая есть. И я думаю, что как-нибудь просто разыграю этот косметический гаджет, так называемый. Так, что у нас еще? Вот такой вот мезороллер. Я на самом деле ни разу не пользовалась мезороллерами и посоветовалась тоже с девушками, которые работают в этом салоне. Пока еще, наверное, лучше начинать с осени, пока солнышко не такое активное, да, и зимой продолжить этот уход. Все очень хорошо упаковано. В коробочке находится еще вот такая вот упаковка. В упаковке упаковка. В общем-то, я решила, не буду, давайте до конца вскрывать. Я пока не собираюсь им пользоваться. Это ролик, у которого есть вот такие микроиголочки. И чтобы им пользоваться, обязательно, конечно же, надо почитать, изучить. Нужны специальные сыворотки. Вы после очищения лица наносите сыворотку, и после сыворотки начинаете массажировать определенным образом лицо. И вот эти вот микроиголочки, они, конечно же, немного травмируют вашу кожу. Таким образом, вы добиваетесь того, что сыворотка проникает в более глубокие слои. Я пока не буду баловаться этим, уж точно не весной и не летом. И еще один подарок, который достался мне именно в январе. Это вот такой вот холодный роллер. Очень тоже интересное приспособление. В общем-то, смотрите, здесь у нас вот такой вот ролик, в котором находятся, получается, гелевые шарики. Вот, попытаюсь сейчас вам показать. Вот, необходимо предварительно оставить на 15 минут, допустим, в морозилке, либо в холодильнике, да, и вот такой вот лимфодренажный некий массаж. Можно по утрам его выполнять. Он подходит и для лица, и для тела. А вот лед, опять же, проконсультировалась с косметологом, который делала мне массаж в этом салоне, и она сказала, что кожа, которая склонная к куперозу, вот категорически нежелательно делать массажи с кусочками льда. У меня просто есть такая специальная формочка, в которой можно сделать лед. И вот сказали, что нельзя увлекаться. У меня как раз-таки склонная кожа, поскольку очень тонкие капилляры, может образоваться купероз. Так, это подарочки, которые я получала в январе. Мне кажется, очень даже такой неплохой наборчик. И давайте следующим кадром покажу подарочки, которые я получила в марте месяце. Вот такую вот довольно-таки немаленькую коробочку вручили мне в марте месяце. И смотрите, что находилось внутри. Тут столько всего. Так, давайте по порядку, наверное, буду все доставать. Многие наверняка знают вот эти полезные сладости от Бомбар. Я так понимаю, это протеиновые печеньки. Помимо протеиновых печенек, здесь же находились протеиновые батончики. Здесь также такой интересный продукт — масло суфле. Он немного декоративный, потому что здесь находится вот такой вот шиммер. Надеюсь, будет
видно на камеру. В общем, он с переломом утром и немного золотистыми блесточками. Нет, не видно. Я сейчас не смогу быстро его раскрыть. Я думаю, летом мы его обязательно откроем и попробуем. Так, масочка от кафе Мими. Я доверяю выбору Валерии, потому что, как я уже сказала, она ранее работала именно косметологом, и она очень внимательно относится к составам продуктов, поэтому все, что находится в этой коробочке, я, конечно же, буду с удовольствием использовать. И еще 4 вот такие вот классные масочки тканевые. Смотрите, здесь есть дубли. Возможно, тоже как-нибудь разыграем эти дубли. Я, кстати, в скором времени хочу сделать небольшой розыгрыш на канале, но я пока не знала, когда. Такой небольшой спойлер. Так, корейский крем для области вокруг глаз также здесь у нас присутствует. Я не знаю эту марку, но опять же, я говорю, вот все, что рекомендует Валерия, я могу просто с закрытыми глазами, как говорится, спокойно брать и пользоваться этим. У меня как раз закончились патчи для глаз, и в этот набор входили вот такие вот крутые патчи. Вы только посмотрите. В общем, патчи от XLash. Я на самом деле даже не знала, что они у них вообще существуют. Я думала, что у них только продукты для ресниц и бровей. Да, это марка, которая продает, ну, представляет на рынке, скажем так, сыворотки для роста ресниц и бровей. И последнее средство. Это вот такой классненький карандаш для губ от марки Aden. Я, если честно, с маркой не знакома. И он очень такого приятного розоватого оттенка. Легко наносится. Не супер кремовый карандаш, но мне на самом деле супер жирный не сильно-то, да, и нравится. Мне больше подходит средней плотности карандаши для губ. Вот. Это, получается, подарочки, которые находились в мартовском бонусе. И я считаю, что это просто шикарные подарки. Итак, это все подарочки, которые мне вручили в салоне красоты. Согласитесь, очень неожиданно и очень приятно. Вот, и, пожалуй, в этом же видео покажу вам небольшую выставку. Я, на самом деле, посетила ее с подругой еще в январе месяце. Музей современного искусства Эрарта. Очень классная выставка фотографий, но мне все никак... Почему-то не вставить было этот эпизод в свои видео. И плюс хотелось бы, конечно, прогуляться с вами в этом видео по Петроградскому району, поэтому... На этом с косметической частью завершаю и приглашаю вас на прогулку вместе со мной. На этом прощаюсь с вами. Всем пока-пока и до новых встреч! Сделала несвойственный мне коричнево-золотистый макияж и на губах помада от L'Oréal такого карамельного теплого оттенка. И собираюсь сейчас на прогулку, а потом вечером пойдем с подружками в театр на концерт. Сделала макияж на прогулку, и вы только посмотрите, какие крутые ресницы сделала. У меня вот такая вот миниатюрка туши от Tarte. На самом деле у нее очень опасная, конечно, щеточка. Так, чуть ближе покажу сам макияж глаз. Такой немного фиолетовый, фиолетово-розовый. На губах у меня блеск от Clarins, который тоже в Project Pen. В общем-то, я довольна тушью, конечно. И вот небольшой вот такой вот перелив хайлайтера от MAC сегодня. Сегодня легкий нюд, собралась на прогулку, и для меня наличие блесток на глазах не является, знаете ли, противоположностью нюда. Ну, наверное, просто я люблю делать какие-то яркие акценты цветные, поэтому если они отсутствуют, для меня это уже нюд. Вот. А на губах, кстати, комбо вот того самого непонятного карандаша от Oriflame, точнее, не карандаш непонятный, а оттенок у него такой, если помните, коричневато-сероватый. И я нанесла вот такой вот комбо на блеск от KVD. Он тоже такого непонятного лилового коричневатого оттенка. И вместе, мне кажется, прекрасно все смотрится.